мужик приехал, выгрузил пса. Я сказала, говорю, ищите команды, ну, вся команда. Ничего не буду искать, я его сейчас тут выгрузил. Выгрузил, короче, уехал. Валя, отойди, покажи морду. Он старенький. Старый кобель. Малыш. Я его сейчас посажу с двумя девочками-инвалидами. Постой, Саня. Ой, хороший. Это у нас мальчик, ему 6 месяцев, у него есть паспорт. Малыш, он еще не кастрированный. Ну, маленький, такой маленький, тоже был домашний. Сдали в приют, да, вот так вот. Ну, нельзя никак домашним в приюте в вольере сидеть, никак нельзя. Ну, это же домашний пес, он привык дома жить. Какой стресс для него огромный, просто огромный стресс. Ребенку полгода всего. Живу недалеко, все проходили мимо, наплевать. Я такая сердовольная, решила ее взять. Вчера вечером очень сильный дождь шел. Я хоть высушила, накормила, и вот к вам. А я не местная, мне прям так жалко. На уст алба была привезена? Да. На уст. Я потом-то развязала из-за того, чтобы дождь пошел. И к себе, и это рядом, недалеко от дома.
Самостоятельно сегодня начали кушать, вот, до этого принудительно кормили, вот. Единственная одна мелкая девочка, вот, его сестренка, вот, она у нас вчера погибла, вот, и переливание делали, и все, ну, состояние было тяжелое, глюкоза упала, вот. Остальные, слава богу, держатся хорошо. Сегодня уже не капаем, только инъекции делаем. Здравствуйте. Рассказывайте. Это который вот ребенок возле мертвого ребенка лежал, собаки, да? Люди у нас есть, да. Что ты мой сладкий? Ну, он очень ласковый, очень мой хороший, не бойся. Уши у кого ехал. Завернуты. Мы его покормили, но его вырвало. Его вырвало. Ну, пока везли, да? Да. Пока везли. Не, его укачало, понятное дело. Вот, и вырвало его. Все, вот, мы хорошие. Мы готовы, у нее подруга-блогер, мы сейчас все это выложим в соцсети, и деньги соберем, скинем, и давай, сами денег дадим. Мы просто мимо проехали. Ну, нет, само собой, навещать. Да. Мы будем навещать. Хорошо. И 3000 еще собак. Навещайте всех, да. Помогите и с блогерством, и с пиаром, потому что, ну, видите, сколько много у нас щенков. Я в школе работаю, я могу отлично, сейчас служу, ага. Как бы детям отлично. Волонтерское движение. Так, значит, я хочу показать чудесный пример, да, вот как люди. Вот эти люди спасли эту собаку, щенка, с улицы. То есть они нашли, мама была мертва, а щенок рядом с ней был. Вот люди привезли в приют, а через 2 дня приехали и забрали его сюда домой. Вот так вот. Вот вам замечательный пример. Как вас Даша, да? Да. Будьте как Даша, да. Вот так вот. Не бросайте, кого спасли.